Всем привет! Давно меня не было. Просили в комментариях показать настройки на вертолет. Сейчас, в принципе, я вам и покажу. Так, ну, заходим сначала в общие. А чувствительность прицела техники у меня стоит 20, а на мышке стоит 2600 или 700, не помню. Это не всем подходит. Многие летают с чувствительностью мышки на 800 и чувствительность вертолета 10, но я ленивый и не очень люблю слишком сильно водить мышкой по столу. Так, пойдем дальше. Здесь. Приближение на переключение. Мне так удобней. Что еще? Чувствительность управления воздушным судном. Вообще, это относится к самолету. Я обычно его кручу на 100, но на самолете я уже давно не летал. Надо сейчас, на самом деле, все перенастраивать. Так, идем дальше. Клавиши. Клавиши, общая, вертолет. Общая, выйти из техники. С Е мы убираем куда-нибудь кнопочку чуть подальше, чтобы случайно мы не выходили из транспорта. Роза команд, пометки врагов у меня стоит на Shift, потому что на кнопку Q немножко другое назначение. Сейчас посмотрим. Поднять тягу, также W, также S. Давайте сбросим все по умолчанию, наверное. Давайте сбросим все по умолчанию, заново потом вспомним. Итого, что у нас получается. То есть, вот мы жмем W, жмем A, D, вертолет у нас по классике. Это мышка влево, это мышка вправо. Вот так у нас ведет себя вертолет. Это, собственно, вперед-назад. Что делаем дальше? В перемещении, так, вертолет, перемещение, отклониться вправо. Мы ставим на мышку вправо, соответственно, у нас сразу крен влево, отклониться влево ставится налево, это А. Смотрим, что у нас получается. Теперь, когда мы взлетаем, у нас на мышку влево-вправо еще начинает двигаться прицел. Влево-вправо. То есть вниз-вверх, влево-вправо. Все это сейчас делается только мышкой. Также у нас на А, Д вертолет ведет себя вот так. Так, что у нас дальше идет? Дальше у нас идет отрицательный тангаж и положительный тангаж. Положительный тангаж я ставлю себе на капс. Отрицательный на пробел. Что у нас получается? Теперь, если мы взлетаем, жмем на пробел, мы летим быстро назад. Если хотим быстро вперед, без участия мышки, жмем на капс. Вот это только кнопки. Дальше. Дальше. Режим полета Z. Я также ставлю это для Хурона. В общем, для стелс вертолетов. Мне удобнее еще ставить на мышку. Сюда. И помощь в полете форсаж. Мы с шифта, так как это у нас уже идет пометка, мы также его ставим на W. Так же, как и поднять тягу. Оружие, снаряжение здесь все стандартно. F-ка я, в принципе, не пользуюсь. Что у нас? X это ловушки. Ну, в принципе, что у нас? G это ремонт. Вот и все по вертолету. Теперь... О, вот это баги. В принципе, мы можем лететь и фармить пехоту. А, совсем забыл. Крены.
крены. А где у нас крены? Крены. Здесь у нас будут стоять крен вправо на E, крен влево на Q. Все, теперь настройки завершены. Теперь вот мы жмем Q, чтобы уворачиваться от лис, от прочих, не мышкой, а можно это сделать быстро на кнопку. Ну и, собственно, вот так вот это работает. Улетаем. Ну, собственно, как-то так. Настройки чувствительности мыши каждый выставляет, как ему удобно. Общие настройки, в принципе, так. Что у нас касается самолета? Самолета, ну, на самолет, честно, я вам просто покажу так. Уже углубляться не буду. А, в принципе, отрицательный тангаж пробел, положительный тангаж капслок. Крены также, но к этому очень тоже надо привыкать. Что у нас еще? Что у нас еще? Режим полета. Это для F-35 можно поставить на мышь. Вот. Помощь в полете форсаж стоит на шифте. К сожалению, его поменяли. Ну, в общем, вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.